Бля, вы посмотрите на его ебало. Вот реально у Головача, блядь, за год лицо изменилось пиздец. Он, вот у него, вот это вот красное, типа, набухание на щеках, это реально опух, ну, опухшись пиздец. У меня такая была полгода назад, когда я сториз заснимал. Это пиздец. И у него, типа, вот это выражение лица, ему есть еще 28. Бля, Серега, что с тобой стало? Это пиздец. 28 лет, бля, ебало на 60. А, да!